Санта-Клаус прибыл в столицу Германии. Но вот незадача. Мешок с подарками выпал из саней. Пришлось рождественскому дедушке приземлиться на крышу небоскреба, чтобы его подобрать. Потом он опять его потерял, но подарить праздник детям готов любой ценой. Дети помогут мне найти мешок. Я видел внизу на Потсдамской площади много детей. Я спущусь по башне Колхов. Когда прохожие видят Санту на стене одной из главных высоток Берлина, предрождественская суета замирает. До земли 100 метров. Такой путь опаснее, чем через обычный дымоход, но Санта, похоже, совсем не боится. Маленькие посетители кафе на 24-м этаже высотки помогли Санте найти мешок с подарками. Им, конечно, тоже перепало. Санта-Клаус подарил мне мягкую зверушку. Из своих саней. Да, из своих саней. Бурными овациями зрители встречают Санту в финале нелегкого пути. В благодарность за поддержку гостинец. Небольшой, ведь Санта ни с кем не прощается. Главные подарки ждут всех на Рождество.